Чему это привело? К тому, что 150-й круг превратился в 125-й. Вот. Мало того, что это дорогостоящая вещь, так это еще неудобно в дальнейшем при работе. Потому что круги в дальнейшем вот, при зацепе каком-то начинают сразу рваться. Вот так. Вот. То есть вывод какой хотелось бы сделать, что вещь очень хорошая, работает вообще отлично, то есть нарадоваться я не могу. Вот. Основной минус это то, что круг сделан из мягкого какого-то, не знаю, там, материала, который очень легко стирается. Вот. И еще один из минусов, хочу отметить, что вот этот вот провод от нее, он ну, нигде никак не фиксируется, то есть он живет сам по себе. Немножко неудобно, потому что перекручивается он вместе с проводом от пылесоса, вот, и ну, создает небольшие неудобства, скажем так, в этом. Вот. Ну и сейчас я примыслил еще очень классный плюс, не то, что никакой вообще пыли нет, то есть работаешь вообще отлично. Вот идем, я покажу просто на маленьком участке. Вот как это все работает, то есть нет, видно тут вообще, как оно. Фактуру не видно. Фактуру не видно, да. Ну вообще просто в целом. Кнопочки есть плюс-минус, вот, скорость вращения там. Так что покупайте отличный инструмент и будет у вас классный ремонт. Всем пока!